Во Владивостоке торжественно прошло открытие нового благоустроенного сквера. На улице Жигура появилось современное общественное пространство с дорожками, лавочками, качелями и озеленением. Новый объект создали по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Благодаря 12 тысячам голосов жителей города Владивостока у нас появилась возможность включить эту территорию в реализацию национального проекта «Формирование комфортной городской среды». И сегодня мы видим уже фактическое воплощение мечтаний соучастного проектирования жителей и наших архитекторов в конкретном проекте. Понимаем, что территория Жигура протяженная, и нам точно нужно будет двигаться в сторону Баляева. Это хорошая задумка, и стоит привлекать все возможные источники и проекты. Новый сквер соединился с еще одной недавно благоустроенной территорией. Ранее рядом появилась зона отдыха с качелями и шахматными столами, которую создали по региональной программе инициативного бюджетирования «Твой проект». Теперь два новых общественных пространства фактически стали единым сквером. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.